В эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Говорим на самые актуальные темы города. У нас в гостях директор военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев. Здравствуйте. Добрый вечер. Я знаю, что недавно закончилась конференция, посвященная 170-летию Михайловской батареи. Расскажите о итогах и как она прошла. Действительно, в Севастополе прошло очень важное мероприятие, притом это всероссийская научно-практическая конференция, которая посвящена фортификационным сооружениям, сохранению, изучению и эксплуатации, посвященная также 170-летию Михайловской батареи. Это впервые данная тематика была поднята на столь высокий уровень. Приехали представители с различных районов нашей России, от Архангельса, Калининград, Севастополь, Владивосток, соответственно, Санкт-Петербург, Москва и так далее. Принимало участие более 97 человек, участников непосредственно конференции. На конференцию были приглашены и студенты, и курсанты, личный состав флота, наша общественность, руководство города, флота. Вот, более 200 человек присутствовало. И в течение трех дней, это с 26 по 28 числа, значит, шла активная работа, обсуждалась проблематика сохранения, изучения фортификации. Почему этот вопрос вынесен на повестку дня? Потому что специфика такова, что фортификации приморских городов – это фактически защита, охрана рубежей нашей Родины, России. В частности, у нас здесь, в Севастополе, южных рубежей. То есть с момента прихода сюда Суворова Александра Васильевича и последующих, кто командовал флотами и приморскими армиями, основная задача была это создание мощных фортификационных сооружений, которые защитили бы наши южные рубежи Отечества. И на протяжении всей истории нашего государства эти фортификационные сооружения, они укреплялись, совершенствовались в зависимости от того оружия и тех методов ведения борьбы, которые были. И мы прекрасно знаем, чем заканчивалась и Крымская война, и Великая Отечественная война, когда наш Севастополь суши не был защищен должным образом и теми фортификациями, которые должны были быть. Вот эта проблема, она и была поднята. И поднята почему? Потому что фортификации того периода войн, которые прошли, они выполнили свою задачу перед страной. Они защитили, как Брестская крепость, к примеру, как Севастополь, 30-я, 31-я батарея, ну и так далее, не будем говорить. Вот, все наши батареи, которые были в Крымскую войну, они выполнили свою роль. Сегодня они требуют, сами требуют защиты. Теперь у государства они требуют защиты у нас с вами, потому что время неумолимо. Вот, но еще больше всего это варварство человеческое, которое, невзирая на то, что это достояние государства, достояние нашей Родины, варварски относятся, просто губят, уничтожают. И об этом с криком души говорили все выступающие. А на данной конференции доклады подали 57 человек, а 42 человека фактически выступили. В течение там, 20 и более минут делались емкие, научные, подготовленные доклады с показом, с фиксацией, значит, видео, в каком состоянии находится на Дальнем Востоке, в каком состоянии находится у нас здесь, в Крыму. Ну, а почему Крым выбран? Ну, потому что за период, вот этот 20 с лишним лет, это все пришло вообще в упадок. И мы с вами знаем, в каком состоянии была и Михайловская батарея, в каком состоянии находился наш Балаклавский подземный комплекс, который по сегодняшний день мы не можем еще восстановить. То есть государство затратило в определенное время колоссальные материальные средства на создание этих фортификаций. Их, пользуясь наживой, люди уничтожили, и теперь государство опять должно тратить деньги, как на исторический уже объект для того, чтобы его поддержать и не дать дальше развалиться данному объекту. Поэтому вот все участники конференции, они в один голос обратились и к руководству страны,
и к руководству регионов с тем, чтобы посмотреть несколько по-другому. Все прекрасно понимают, что с финансированием не, так сказать, так хорошо, как хотелось бы для этих объектов. Но тем не менее, надо на законодательном уровне, надо на, так сказать, общественном уровне обратить всех внимание на то, что нельзя так относиться к истории, нельзя так относиться к тому, что дошло до нас. Вот Михайловской батарее исполнилось 170 лет. По сегодняшний день еще мы предпринимаем все усилия для того, чтобы провести реставрацию, провести ремонт, и чтобы эта Михайловская батарея простояла еще 170 лет, как напоминание нашему будущему поколению о том, как она создавалась и служила по охране южных рубежей Отечества. Сегодня Константиновская батарея в принципе приведена в порядок, там еще есть работа, есть над чем работать, но в принципе Константиновская батарея, она уже имеет вид. А Михайловская батарея, она находится на том периоде, когда подготовлены все тактико-технические задания по ремонту, скрупулезно все это дело проверено, вот, находится в центре вся документация. Вот, и где-то мы рассчитываем в конце 2017 года и начало 2018 года начнутся активные работы по ее реставрации, ремонту и приобретение, скажем, не нового облика. Задача в том, чтобы сохранить этот облик, который есть в Михайловской батарее, но чтобы не было аварийных участков, и она стала доступна, потому что первый этаж сегодня в запущении, и он не эксплуатируется. Вот, потому что, во-первых, нет ни отопления, нет должного освещения, вот, нет воды, канализования и так далее, так далее, так далее. Проблем очень много, но они будут решены. Они будут просто решены. И город, Черноморский флот получит новый, обновленный, современный, значит, музей, который будет посещать наши севастопольцы и гости, которые приезжают. Ну, за прошлый год, я вам скажу, Михайловскую батарею посетило более 32 тысяч человек. Это при том, что там работает один-второй этаж. И мы анализируем с каждым годом это все больше, больше и больше. То есть внимание людей очень большое, очень большое. Вот. Поэтому в ходе конференции, конечно, севастопольцы, я вам скажу, что задали тон этому вопросу. Вот. Мой заместитель Валерий Борисович Иванов, значит, Григорий Григорьевич Донец, Дорожко, Валерий Николаевич выступили с очень емкими, прекрасными докладами, касающимися реальной обстановкой здесь, что делается, и отметили ту проблематику, над которой надо работать. Поэтому в принятой резолюции конференции есть целый раздел, касающийся Крыма и Севастополя, то есть где болевые точки все прописаны, и есть определенные, значит, обращения к руководящим структурам с тем, чтобы на это повлиять. И мы думаем, что результат будет налицо. Потому что наша инициатива выступили наш музей, соответственно, и нас поддержал Музей Мирового океана, генеральный директор Светлана Геннадьевна Сивкова. Вот, потому что, ну, к сожалению, мы на сегодняшний день не в системе федеральных государственных бюджетных учреждений. Вот, и у нас нет возможности, так сказать, финансовых проводить такие крупномасштабные мероприятия. А вот Мировой океан, он как бы выполнил функцию тоже организующую, проводящую, руководящую, но в то же время как и финансовую. Поэтому мы вот, объединившись в два музея, фортификационные сооружения города Севастополя и Калининград, вот тоже, скажем, новое ноу-хау в этом деле, и мы провели эту прекрасную конференцию. Вот. Поэтому решение данной конференции, резолюции, я думаю, что даст определенный толчок в этой работе. Вот. А, я хотела на секундочку вас перебить, извините. Наши журналисты подготовили небольшой видеоматериал. Давайте его сначала посмотрим, давайте. А после вернемся к нашей беседе.
Военно-исторический музей фортификационных сооружений состоит из двух административных музейно-экспозиционных территорий – Балаклавский подземный музейный комплекс и Михайловская батарея. Балаклавский подземный музейный комплекс по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта, хранение и подготовка ядерных боеприпасов. Южная экспозиционная площадка представляет собой подземный комплекс совершенно секретных военных объектов периода Холодной войны, а именно морской судоходный канал и ядерный арсенал объекта 820. Ракетно-технические базы ВМФ СССР. Уникальные исторические памятники Приморской военной фортификации, созданные в сложных горных условиях комплексного сопряжения суши и моря, являются образцами научного и инженерно-технического творчества. Музейный комплекс «Михайловская батарея», северная экспозиционная площадка. Более 5000 уникальных экспонатов размещены в 19 музейных залах. Основная часть экспозиции посвящена Крымской войне 1853-1856 годах. Без преувеличения можно сказать, что это самая богатая коллекция в мире, касающаяся данной тематики. Экспозиционные залы расположены в четком тематическом и хронологическом порядке. Таким образом, посетители невольно совершают путешествие во времени, начиная от основания города и заканчивая победой в Великой Отечественной войне. Музей фортификационных сооружений – очень интересный объект нашей великой истории. Будем хранить ее. Дмитрий Анатольевич Медведев. Действительно, музей фортификационных сооружений – это уникальное все-таки здание, и хотелось бы его сохранить как можно больше. Но я знаю, что у вас работа кипит, и была недавно открыта новая экспозиция. Мы на месте не стоим, мы совершенствуемся и в Балаклаве, в нашем комплексе подземном, и, соответственно, в Михайловской батарее. Так вот, в канун 170-летия Михайловской батареи мы, пользуясь поддержкой и Министерства культуры, Министерства обороны, командования флота, несомненно, значит, приняли решение сделать памятник. Памятник – это зеркальное отображение памятника 905 года, начала понтонного моста, который у нас на мысе, там, где стояла Николаевская батарея. Значит, и чтобы этот памятник был у нас на Михайловской батарее, где фактически оканчивался понтонный мост, через который прошло более 50 тысяч воинов нашей армии и жителей Севастополя в Крымскую войну. Вот. Значит, и вот сюжет был показан о том, что в основном экспозиции были посвящены Крымской войне, но к нашему великому сожалению, до этот период о Михайловской самой батарее в данной экспозиции было только сказано о том, что вот столько-то пушек и куда были они направлены. Поэтому мы этот недостаток устранили силами сотрудников музея. Была разработана концепция и подготовлен соответствующий материал. И мы открыли новых 4 зала площадью более 200 квадратных метров на современном хорошем уровне, что вот подтвердили все присутствующие участники конференции, где мы рассказываем о том, что как пришел Суворов сюда, в Ахтиарскую бухту, как прибыла Екатерина, какие были даны указания и как вся эта диалектика развития шла фортификационного сражения. Мы впервые показываем карты всей бухты, где показаны, значит, наши фортификационные сооружения. А ведь Михайловская батарея, она была второй по своей мощности после Николаевской. А Николаевская батарея, многие севастопольцы даже не знают, что это самая мощная была батарея не только на Черном море, но на всем Средиземноморье, в Европе. Вот. То есть вот роль Михайловской батареи, она такова. Поэтому наш музей и сотрудники музея не стоят на месте. У нас впереди открытие экспозиции «Подземный Севастополь» в Балаклаве. Эта тема очень интересная и закрытая до определенных времен. Вот. У нас разрабатывается экспозиция по подводным силам Черноморского флота с 906 года по сегодняшний день. То есть мы планово работаем и думаю, что мы будем радовать севастопольцев и гостей нашего города хорошими экспозициями. Поэтому мы всех приглашаем к нам в гости и поучаствовать тоже с нами в работе. К сожалению, время нашей передачи уже истекло. Спасибо вам большое, что пришли. Будем ждать с нетерпением открытия новых интересных экспозиций. Спасибо.
Напомним, у нас в гостях был директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами.